Всем привет! Вас приветствует канал Федор Про Спорт. Сегодня хочу рассказать вам про то, как сделать 120 отжиманий и более за один подход. Причем программа реально рабочая. Вы можете посмотреть ранее выложенных в моих видео. Программа состоит из 15 недель, с которой первая неделя начинается 20 отжиманий. 20, 20, 10, 10 и 5. К примеру, так, я уже не помню первое отжимание. Первую неделю, потому что в данный момент я нахожусь на 12 неделе и выполняю 100 чистых раз до пола, касанием до пола. В чем состоит программа? Первый подход обычным хватом, обычной постановкой рук. Второй подход левая рука вперед, правая назад. Третий правая вперед, четвертый широкая постановка рук и пятый узкая. А сейчас я покажу, как все это выполняется на своем личном примере. Первый подход делаем 60 раз с обычной постановкой рук. Делаем плавно, без каких-либо дерганий. Также не забываем про дыхание. Это очень важно при отжиманиях. Опускаемся вниз, вдох, поднимаемся вверх, выдох. Необходимо держать голову. Нужно держать прямыми ноги, не давать провисать тазу. Нужно упираться ногами в пол. Можно с уверенностью сказать, что отжимания развивают все мышцы тела, но особенно трицепсы, грудные мышцы, дельтовидные мышцы. Про отжимания от пола, наверное, слышал каждый, ведь это одно из самых простых и доступных упражнений. Даже люди неспортивные могут отжаться от пола, по крайней мере, несколько раз. Также еще забыл добавить, что очень хорошо развивается брюшной пресс и мышцы бедер. Первый подход сделали, отдыхаем. Второй подход делаем 55 раз. Меняем положение рук. Левая рука впереди, правая сзади. Изменение в положении рук, все это приводит к изменению в работе мышц. Поэтому различные отжимания дают разную нагрузку на указанные мышцы. Поэтому это очень эффективно менять положение рук. Сейчас сделаем второй подход. Готовимся к третьему. Третий подход. Положение правая рука впереди, левая сзади. С какой скоростью нужно отжиматься? Ну, это тут на каждого личное усмотрение. Например, быстрые взрывные отжимания помогут выработать силу и скорость. А отжимания в замедленном темпе помогут натренировать значительную выносливость и рельефность мышц. А вот отжимания от пола в среднем темпе позволяют вам сделать наибольшее количество повторений. Именно средний темп позволяет большинству людей отжаться наибольшее количество раз. Хотя и здесь есть свои исключения. Выполнил 40 повторений. Третий подход закончил. 2 минуты отдыха, еще остается 2. Фух, так, 4-й подход, широкая постановка рук. Как говорится, чисто на грудные мышцы идет. 40 раз. Широкая постановка рук задействует грудные мышцы, особенно сильно воздействуя на их внешние части. Передние дельтоиды, бицепсы, причем очень сильно. И в незначительной степени трицепсы. При такой постановке рук значительно напрягаются мышцы пресса. Даже просто стойка в этом положении уже является серьезным испытанием на статические силу и выносливость. Амплитуда движения при отжиманиях таким образом небольшая.
хорошо идет, как реальная рабочая программа. 40. Все, остается заключительный подход. Отдыхаем. Итак, заключительный пятый подход. Постановка рук. Чуть уже ширины плеч. Как говорится, прокачиваем трицуху, трицепс. Узкая постановка рук призвана развивать трицепсы и дельтовидные мышцы, а также прорисовывать части грудных мышц, расположенные ближе к середине тела, то есть медиальные. При развитой мышечной массе такие отжимания помогут прорисовывать разделяющую грудные мышцы борозду. Лично у меня при таких отжиманиях хорошо развивается верхний отдел грудных мышц. Прям прокачиваем, прям забиваем последний подход. Чем медленнее, тем лучше концовку делаем. Все, упражнение закончено. Фух. Ну вот я и показал вам это замечательное упражнение. Крутое упражнение, действительно. Делайте его, выполняйте. И будете отжиматься 120 и более раз. Я считаю, для каждого мужчины 100 раз, тем более 100 чистых раз, это очень круто отжаться. Дорогие подписчики, спасибо за просмотр. Те, кто не подписался, подпишитесь. Лайкните, если вам это понравилось. Занимайтесь спортом. До скорой встречи. Спасибо за просмотр.